Глава «Газпрома» Алексей Миллер направил руководителю «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву письмо о ситуации с поставками газа на Украину. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс». В письме говорится, что при нынешних условиях поставки уже предоплаченного объема топлива смогут продолжаться еще примерно трое суток. По словам Миллера, в соответствии с контрактом используются две точки входа газа на Украину. Это Прохоровка и Платово на юго-востоке страны. Глава «Газпрома» также просит от «Нафтогаза» письменно подтвердить свое условие осуществлять предоплату за газ исключительно в случае прекращения его поставок в районы Донецкой и Луганской областей через эти пункты пропуска. Алексей Миллер еще раз подчеркнул, что если не будет предоплаты, поставки газа на Украину приостановятся.